Друзья, всем привет из города Владивостока. У нас сегодня среда. У нас сегодня погода просто пекло. Сейчас вам покажу. Время 12 часов. У нас уже 22 градуса. Но это 22. Передают, будет 26. Это жестко. 26 для Владивостока жестко. Я уже по городу сделал пару заявочек. Весь уже взмок. И мне сейчас нужно продвигаться в сторону весенней. На весеннюю, друзья. Опа. У нас, как всегда, за город заторы. Я решил проехать по снеговой паде, по объездной. Сегодня взял шорты, но я уже в шортах купальных. И думаю, наверное, заедем с вами на море. По-любому. Наверное, сегодня по-любому. Вот только я думаю, куда заехать лучше. Или на чайку заехать, или на седанку заехать, или на Садгород где-нибудь. Ну, на Садгороде я не знаю места где. Наверное, я думаю, все-таки, где привычный, туда и заеду. Или на чайку, или на седанку. И там немного ополоснусь. Потому что просто невозможно. Сегодня, как и передавали, на этой неделе нужно купаться. Так что будем успевать. Вон туда мне, на те холмы нужно, на ту сопку повернуть, и все. Смотрю, все поехали по объездной, потому что на седанке еще идут ремонтные работы дорожные. Все поехали. Я так думаю, сегодня все поехали еще и на море. Сегодня погода просто шикарная для этого. Ну да, все поехали на море. По объездной тоже. А в городе что творится, тоже с ума сойти. Сейчас все перегреются. Ну все, выезжаем. Полетели. Ничего себе пробка по объездной. Обалдеть. Я что-то не видел там никакой ни аварии, ничего. Проморгал я. Наше водохранилище. Не знаю. Так, мы доехали с вами до ботанического сада. Здесь что-то затруднено. Наверное, все полетели на Лазурный берег. На пляж Шамара. Из-за этого, наверное, пробка. Сейчас посмотрим. Ну, вроде да. Вроде я не ошибся. Да, все поворачиваются направо. Бухта Лазурный Бэй. Ну да. Бухта Лазурная. И все туда встряли. Да. Надо пораньше выезжать. В обед сложновато. А если, не дай бог, кто-то сломался, то все, туши пропало. Вот туда мы точно не поедем купаться. Не-не-не-не. Мы лучше по пути куда-нибудь с вами заедем. Мы с вами заехали на весеннюю. Так, я что-то подзабыл, мне же надо искать авторемонтную. Сюда мы к Стасу не поедем, потому что Стас мне не нравится. Ну, не нравится Стас, что я сделаю. А там были ребята хорошие. Перед этим, как они мне делали ступицу, коробку ставили, молодцы. Бампер мне подняли, вообще молодцы такие парни были. Что-то поменялось у них. Так, я хотел заправиться, сейчас посмотрим. Хотел я заправиться. Так, я не заправлюсь. Здесь какие-то ремонтные работы. Ну, нам хватит. У меня на 226 километров. Так что, свободно. Позвонил сейчас в офис, друзья, узнать.
по поводу завтра Уссурийска не будет. Не будет у нас Уссурийска. Так что я вот думаю, как мне поступить. Сейчас здесь отгрузиться и съездить в Леруа Мерлен. Этот Мерлен. Как? Я думал завтра на обратном пути с Уссурийска заехать. Ладно, сейчас подумаю. Как всегда, человек предполагает, Бог располагает. Как поведет дорога, так мы и сделаем все. Да, и перед этим, перед всем ремонтом, мне нужно машину еще помыть. Тут написано 3 метра высота. Нет, я буду на специализированной автомойке мыться. Это все не дело. Это все ерунда. Если просто сполоснуть, ну сполоснуть я могу и у себя на складе. Просто задние двери сполоснуть и заниматься ремонтом небольшим. Да, погодка сегодня хорошая, вообще просто замечательно. Вот на этой неделе, или можно сказать, со вчерашнего дня началось лето. Ну, лично для меня. В Приморье началось лето, как я и вам и говорил. В конце июля, август, сентябрь. И еще немножечко октябрь. Приехал на весеннюю отгружаться с Ратимира парнишка. Я его тут пропустил. Он говорит, залезь ко мне, говорит, в ревку, говорит, немножко, говорит, охладись. В ревке ништяк. Спросил у него, говорю, работники требуются? Говорит, да, требуются. Я говорю, средняя зарплата какая? Он говорит, 70 тысяч. Вот такие дела. Ну, работа не початый край. Магазинов много. Сейчас спрошу у него, сколько магазинов у него в день. Ревки ништяк, вообще. Фу, друзья, я весь мокрый. Вообще, весь мокрый. Я весь мокрый. Так, дорога меня почему-то повела направо. На трудовое. Это мы на угольной. Весеннюю проехали, вот станция угольная. А там дальше у нас будет трудовое. Ну, посмотрим. Да, друзья, забыл я у парнишки-то спросить, сколько у него заявок в день. Но я думаю, заявок 30, это не меньше, это 100%. Он почему-то так быстренько убежал. Пока-пока, давай пока-пока, не будешь же его догонять. И тем более у меня тут уже приемщица подошла, как бы. Некультурно будет ей сказать, вы подождите, я там поговорю. Но я до этого разговаривал, когда ездил в Самбери на Игершельде, когда отгружался там в торговых центрах, я с мужиками постоянно общался, разговаривал, они говорили, что 20 заявок это самый минимум, а в основном 30 и выше. Ну, вот он говорит, в среднем заработная плата 70 рублей. Что еще хотел сказать? Мне тут человек, он с Киргизии, оставил сообщение на e-mail. У меня, говорит, категория Б, С, Д, Е. И вообще, как можно устроиться у вас на работу? Можешь ли помочь? Я, к сожалению, помочь никак не могу. Честно сразу говорю. Потому что все это индивидуально для каждого. Смотря какие запросы. Смотря на что вам хочется поработать или заработать. Просто работать – это одно. А заработать – это другое. Как говорил мне человек, заходил на объявление, мол, типа, разница. Я тоже заходил в форпост и смотрел заработные платы. Заработные платы, начиная от 30 тысяч, заканчивая 180. Я еще раз говорю, что все зависит от того, что на чем работать, как работать, сколько работать и т.д. и т.п. Так что, тем более, человек написал, ему 53 года. 53 года это уже возраст такой солидный, скажем так. Уже так бегать, как молодой, в 25 лет уже не сможешь. И работать то же самое. Как бы мне это ни говорили, знаю по себе. Так что я, если вдруг у меня когда-нибудь, может быть, я этого не отрицаю, кто-то мне предложит какую-то работу, и хорошую, и с хорошей заработок, то я
всегда могу сообщить, сказать, не проблема. Для меня не проблема. Вот хотел как бы в прямом эфире вот сказать свою точку зрения. Потому что, ну, честно говоря, помочь человеку куда-то устроиться, понимаете, это уже, знаете, берешь на себя ответственность. Я такую ответственность брать не желаю. Я просто не знаю, как люди работают, что они могут, что, как, зачем. Тут очень много зависит от людей. А работы навалом в Владивостоке. Можно, в принципе, приезжать и спокойно устраиваться. Вообще, вот человек, говорю, работа есть, говорит, валом. Водители требуются, валом, говорит. Потому что люди приходят, отрабатывают там месяц, полтора, два, и все, и уходят. Потому что не для каждого это работа. О, тут какая пылища, закрою я окна. Все равно я уже мокрый, весь мокрый. Тут будут делать дорогу. Артем написано. Это уже территория Артема. Ой-ой-ой. А трудовой мы уже проехали вроде. Он там с правой стороны. А че я сюда поехал-то вообще? Что-то разговорился. И поехал по какой-то дороге непонятной. Ну, блин. Ну, Игорь Николаевич. Ладно, попотеем немножко. Думаю, что у меня дорога сюда повела, друзья. А у меня же в голове с самого утра мысль закралась о том, что если мы не поедем в Уссурийск, надо сегодня заехать в Леруа Мерлен. Вот мы туда с вами сейчас заедем. Вот здесь мы поворачиваем. Вот так вот поворачиваем. И направо. Направо. Вот сюда. Правильно будет говорить Леруа Мерлен. А то я все искажаю слова. Но вы уже меня знаете, никаких проблем. Все, пойдем, сходим. Ну все, зашел я тут. Решил тут инструмент посмотреть. Вон дрель, есть аккумулятор на 4 274. Декстер. Есть такая вот. Гайковер. Да, гайковер был бы тоже неплохо. Аккумуляторная. Болгарка 5318. Аккумуляторная, это аккумуляторная. Это 7124. Это 5492. Даже циркулярка есть по 6000. Да. Инструмент дорогой, конечно. Ну да, вот дрель бы взять, конечно, это самый аккумулятор, но вообще бы неплохо. Ну, 4300 стоит, 4300. Что я здесь зашел, друзья? Ну, здесь Метабо. Метабо 6998, 7000 стоит дрель. Ударная дрель. Макита 5518. Чего только нету, друзья. А мне нужно, сейчас я тут посмотрю, сверло мне надо. Сверло надо. Сейчас я взгляну. Это что такое? Смазка для буров. Понятно, смазка для буров. Смазка для буров. Это все для буров, буров. Так, где мне взять, где мне взять? 3 миллиметра мне надо шестерку. Шестерку и десятку. Ну и восьмерку тоже можно, в принципе, взять. Ничего себе, они дорогие какие здесь. Ну, возьмем дешевую у него. 4 миллиметра до 6. Сейчас посмотрю. Хожу тут, друзья, рассматриваю. Еще один диск взял. Вот такой вот взял. Штучку Декстер. Ну, чтобы мне ржавчину отбивать. Потом взял такой вот лист. Еще один круг взял. Перчатки взял. Биты взял. Взял на 6. И на 8 сверла по металлу. Вот пока такое взял. По мелочи. Тут еще есть круги шлифовочные. Вот такие. Но я уже не буду такой что-нибудь шлифовать. Что это? Авторемонтник, что ли? 272 рубля стоит. Эти по 120. Да взял какую-то. Я даже не помню, какую взял. Какую-то такую взял, да и все. Так. Вот.
шлифовочная по 280 ленты. Так, что мне еще нужно? Хожу потихоньку, пока время есть. Можно, в принципе, ходить, смотреть. Так, еще мне нужно же какую-нибудь шпаклевку наносить, какую-нибудь такую штуку. Ну, блин, цены какие-то заоблачные, по 268 рублей. Ну, что сделать? Вот есть такая деревянная по 172 рубля. Такая резиновая. Шпаклевку-то, в принципе, можно всяко-разно. Металлические. Ну, какую-нибудь такую, что ли, взять? Да вот такую взять, да и все. Если что, там шпаклевать, правильно? Не сломается. Ну, потихоньку. Возьму такую, сколько она? 23 рубля. Одноразовая, хватит. Так, пойдем смотреть. Уголки какие-нибудь нужны, друзья. Макита. 5000 стоит. Буры в подарок. Наборы такие. Сейчас здесь посмотрим. Мне бы нужно было бы хорошую отвертку. Вот это, друзья, точно. Нормальную отверточку взять. Сейчас все вам не покажу. Сейчас посмотрим еще что-нибудь. Нашел, друзья, головки здесь. Головки стоят 161 рубль, 188 рублей, 126 рублей есть. Головки. Ну, я уже взял. Два раза сбегал. Нормально. Ключ вот тоже по 1230 рублей ключи. Я бы такой ключ взял. Помощнее какой-нибудь такой. Ну, денег у меня нету. Молоток бы мне нужен был бы. Тоже хороший. В принципе. Молоток. И кирку мне надо. Ну, это набор. Как у меня такой же набор. Только это Декстер. Наверное, хороший. Набор головок. 39 предметов. В кейсе Декстер. 2691 рубль. Ну, этот получше, конечно. А этот вот 287. 2875 рублей инструмент. 151 в нем штук всяких наборов. На были бы деньги, я бы взял такой. Какой-нибудь. Хороший такой, мощный. Вот по 8000 есть. 75 предметов. Декстер. Не знаю, Декстер хорошая, нет фирмы. О, это Stanley Fat Max. 12 866 рублей стоит набор. Ну, тут серьезный набор. Да. Хожу здесь, размышляю. И наткнулся, смотрите, жидкая резина. Флексигум. Дели джум, жидкая резина. 400 миллиграмм, 1128 рублей. Ничего себе. Так, что мне еще нужно? Так, здесь ничего интересного нету. Интересного. Так, пойдем профиль посмотрим. Уголок. Уголок и профиль. Домкрат, да, я бы такой домкрат вот взял бы. 3 тонны Патриот. 3152 рубля. Я бы его взял. Прохожу мимо. У меня вот такой же перфоратор. Сын покупал. Бошевский. 10998. Ну, 11 тысяч. Макета тоже 11 тысяч. Метабы такие дорогие. 17 тысяч. 798. Почти 18 тысяч. Наверное, фирма хорошая. А Даксер такой себе перфоратор. 5224. Набор. А вот аккумуляторные. Да, Андрей, аккумуляторная. Декстер. 7 тысяч. Бошевская сразу 13 тысяч. В два раза дороже. Макита 10. Stanley 11. Ну, небольшой бы взять бы. Блин, какой-нибудь. Было бы прикольно, конечно. Аккумуляторная, конечно, вещь. Дошел до всяких шурупов. Мне же надо будет прикручивать. Надо что-то найти такое. Более-менее такое подходящее. Я даже вот не знаю, друзья, честно говоря. Что мне
Сейчас поищу. Ну все, друзья, набрал я тут всякой шляпы, даже батарейки взял. Даже батарейки взял. За 64 рубля, что ли. Думаю, ладно, возьму. Тоже пригодятся. Так, взял я, короче, уголки. Посмотрим. Саморез взял. Саморез взял. Короче, идем расплачиваться. Ну все, я так там охладился, друзья. Вообще, просто в кайф. В общем, за все про все я дал 2400, друзья. Ну, вроде все надо. Вроде все надо. Ой, какое пекло. Японский городовой. Ой-ой-ой, какое пекло здесь. Там так хорошо. Я так прогулялся. Как говорится, целый часик я там прогулялся. Ну, набрал всякой шляпы. Ну, все вроде надо. Уголки взял. 1-2 метра взял. Два уголка по метру взял. Пригодятся. Они даже, если вдруг мне не подойдут на дверь, то с внутренней стороны все равно у меня там уголки отлетели. Я сделаю внутренней стороны. Ну, что там взял? Ну, потом покажу. Ой, какое пекло. Ой, какое пекло. Все. Полетели, полетели. Так, мне еще позвонили с офиса, надо заехать в офис, заскочить. Вот такие дела. Я уже по объездной, друзья, здесь на Снеговую. В офис надо заехать. Как я вам перед этим и говорил, человек предполагает, Бог располагает. Так что не удалось мне заехать искупаться, потому что, ну, срочно надо заехать в офис. Кое-что забрать и кое-что отвезти. Работа на первом месте. Так что ладно, искупаемся в следующий раз. А то я уже приготовился, уже и полотенце, и уже трусики, мусики, маечки. Все подготовил, но не получилось. Так хотел искупаться. Поехал по объездной, думал объехать пробку, а тут то же самое. Такая же ерунда, везде заторы в городе. Ну ладно, ничего страшного, что теперь сделать? Зато я сейчас заеду в офис, потом заеду, наверное, сразу на деревенскую. И там, наверное, с ребятами еще посоветуюсь, возьму какую-нибудь шпаклевку и краску какую-нибудь возьму. Посмотрим, что-нибудь придумаем. Вот такие дела. А уже приеду на базу и вам покажу, что я тут взял. Что я тут приобрел. Леруа Мерлин. Ну все, едем выполнять заявку. Забрал я два крема, еще заехал на деревенскую здесь с мужиками пообщаться, как мне лучше двери сделать. Опа. Кое-что у них купил, еще осталось купить шпаклевку, купить и краску купить. Вот такие дела. Ну все, братья и сестры, приехал я. Вот я тут разложил уже. Вот что я взял. Вот такую штуку взял. Это для, ну, на всякий случай, может, вдруг шпаклевку надо будет замазывать. Взял. Батарейки взял для фонарика, биты взял, взял отвертку, взял плоскогубцы, наконец-то, хоть у меня будут плоскогубцы. Взял шурупы, шестерку. Лоханулся, друзья, говорю вам сразу, лоханулся. Короче, не посмотрел, там... Я видел, что там написано по железу. Взял и не посмотрел. А это по дереву. Ну ладно, пригодятся. Я положу, потом купим. Ничего страшного, куда-нибудь заедем, купим. Так, вот такую штучку взял. По металлу, по дереву. Для дрели. Дрель возьмем, все зачистим. Ленту взял. Это наподобие ВДушки взял. Она дешевая. И вот я взял что, друзья, двухкомпонентную, короче, это как эбоксидка. Сейчас сниму ее, как эбоксидка. И вот с такой лентой. Разведем. Сейчас покажу. Ну и взял эти. Одну сюда сделаем. А вторые, вот эти маленькие. Я так думаю, друзья, ну думаю, как пойдет, короче. Там уже видно будет. Сейчас, секунду. Оп. Другую хочу вот эту нижнюю открутить. Вообще, за ненадобностью. Она уже вся кривая, уже все. Здесь, конечно, все срежем. Вот так вот.
всю эту шляпу. И вот так вот сделаем уголок. А потом сверху уголка вот так вот зашпаклюем, все сделаем. Не зашпаклюем, а замажем. Она затвердеет, сделается, потом зашпаклюем и покрасим. Я думаю, будет нормально. Как думаете? Ну а что, надо что-то делать, все равно. Опа. Вот такие взял, подлиннее. Такие. Думаю, войдут. Думаю, нормально войдут. Вот это я вот такой вот набрал. Это вот не дешево, 750 рублей, ну ничего. А за все, ну за все я отдал, короче, там 2400 и 750 рублей вот за эту. Ну, 350 я потратился. Осталось мне взять шпаклевку и осталось взять краску, чтобы все это покрасить, все сделать. Подготовить, это все засверлить, все ровненько. Меня только вот напрягает, что я-то ее взял, но видите, длинши нету, 2,5 нету, есть только 2 метра. Она, видите, немножко остается, если с этой стороны, видите, зазор. Если здесь сделать до конца, тут надо вырезать, там будет торчать. Если до конца хотя бы так делать, видите, какое расстояние. Не знаю, или просто посередине я сделаю и все. Аккуратненько. А туда, может, что-нибудь придумаю, ничего страшного. Так что потихоньку подготавливаюсь. Сейчас что мне нужно? Дрель, турбинку и широповерт нужен. Ну, чтобы все было на руках, чтобы можно было делать без проблем. А эту, думаю, наверное, не знаю, посмотрим. Может быть, ее открутим и все. Она откручивается. Но все равно тогда надо будет покупать резинку. Здесь, видите, какая-то резинка есть. Она хоть защищает от воды. Видите, она хоть от воды защищает. А вот эту можно, в принципе, снять. Но все равно нужна резинка. Опять же, нужно покупать резинку. Потому что здесь будет щель. В эту щель будет попадать вода. Тоже подумаю, как лучше сделать. Вот такие вот дела, друзья, на сегодняшний день. Ну, искупаться мне не удалось. Ну и ладно. В следующий раз. Что, видите, как я вам и говорю, что бывает так. Вроде хочется, но не получается. Ничего страшного. Завтра искупаемся. Вроде у нас погода. Всю неделю так будет. Если нет, то значит на выходные точно поедем, искупаемся. Вот такие дела. Так что, друзья, как всегда, всех вас от души благодарю, что смотрите, оставляйте комментарии. Давайте, если что, до завтра. Всем пока-пока.